Турция является государством, которое распространяет пантюркизм. Идеология пантюркизма основывает свою внешнюю политику в значительной степени на этой идеологии пантюркизма. Кроме того, в 2021 году между Турцией и Азербайджаном была подписана так называемая Шушинская декларация, где фактически пантюркизм стал основным идеологическим лейтмотивом этого документа. Фактически Азербайджан является частью пантюркистских планов Турции, которые направлены на то, чтобы объединить тюркоязычный мир под лидерством Турции. И неудивительно, в таких условиях в Азербайджане распространяется среди военнослужащих идеология пантюркизма. Надо учитывать тот факт, что в Азербайджане находятся представители вооруженных сил Турции. В частности, турецкий генерал стал уже советником, фактически одним из руководителей азербайджанской армии. То есть идеология пантюркизма уже имеет своих конкретных носителей в составе азербайджанской армии, которые вот таким образом, такими жестами серых волков выражают свои пантюркистские идеологические предпочтения.